В небольшой квартире Охотиных всегда многолюдно, ведь это семья с 6 детьми. Но сегодня здесь еще и гости, причем долгожданные. Приехали сотрудники МОС «Облгаза». И не с пустыми руками, а с новенькой газовой плитой. А еще с радостью и улыбками, так что в доме сразу почувствовалась дружная и очень непринужденная атмосфера. Для многодетных семей, у кого от 3 детей до 5, предоставляются льготные условия на замену газооборудования, на замену и техническое обслуживание. В рамках акции, у кого детей более 5 и зарегистрированы на территории Московской области, все услуги оказываются бесплатно. Это очень полезная акция, она очень поможет снять многие проблемы многодетным семьям, у которых и так хватает проблем. Охотины стали первыми в нашем муниципалитете, кто воспользовался программой «Тепло большой семьи». Всего же обновить газовое оборудование планируется более чем 200 семей городского округа. Сам процесс замены плиты не доставил никаких хлопот, а под чутким руководством специалистов был безопасным и быстрым. Прошло всего 20 минут, и вот на кухне уже современная и стильная плита. Вписалась идеально. Открываем крышечку. С пезоподжигом уже идет. То есть нажимаете, удерживаете некоторое время и тихонечко отпускаете. Теперь у хозяйки дома есть духовка, старая, едва грела. А еще удобный электрический рожик, когда о спичках можно забыть. Порадовал и красивый стальной цвет. Именно такой хотела Юлия Охотина. Так что готовить ей будет приятнее и удобнее. И впору подумать о меню. Для нашей семьи это очень своевременная помощь. Плита у нас была старая, 20-летней давности. Уже там половина функций не работала у нас. Но позволить мы себе новую плиту вот не могли пока. Меню станет разнообразнее, наверное, у нас теперь. Будем, вот говорю, печь, запекать. Напомним, что стать участниками акции может любая многодетная семья, члены которой зарегистрированы в Московской области. Нужно лишь позвонить по телефону горячей линии, которую вы сейчас видите на экране, или лично обратиться с заявкой в филиал МОС «Облгаз». Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.